Сучасні технології дозволяють стежити за людиною навіть через камеру на власному телефоні. А що ви про це думаєте? А нам зачем бояться? Кого бояться? Ну, все возможно в житті, ну, не вір, не бойся, не проси, так, наверное, слов'янська мудрость. В принципі, у мене нет нічого такого, що можна опасатися. Как относитесь вот к тому, что сейчас заклеивают вот эти камеры все? Если это делают обычные люди, это смешно. Да, заклеим. Да, ну а если, ну там, как его, глава Фейсбука, как его? Цукенберг. Цукенберг, точно. Вот, он заклеивает. Ну, ему есть что скрывать, да. Вот. То есть вы не станете этой? Нет, могу показать, вот у меня не заклеено. Периодически посещают такие мысли. А как относитесь к тому, что сейчас некоторые даже заклеивают эти камеры? Ну, в принципе, положительно. Никто не должен совать нос в мою личную жизнь. Ну, а вот почему именно опасаетесь? Чем это для вас может быть опасно? В жизни бывают разные ситуации. Во-первых, то, что я делаю дома или при закрытых дверях, это мое личное дело. Даже если это просто безобидный обед в одиночестве, это тоже никто не должен лицезреть, кроме как бы меня. Ну, значит, у этого человека будет самая нескучная жизнь. Мыслить за нашей жизнью. Ну, как-то не замечалось за тем, чтобы за мной следили, не знаю. Ну, мне кажется, больше у нас сейчас по городу стоят камеры, вот это может следить за людьми, за происходящим. Ну, слышала о ноутбуке, слышала, что мейлы часто могут взламывать даже без никаких паролей. А про телефоны первый раз слышу, буду с этим осторожнее. Я за такие вещи программки не чув. А якщо так, то, ну да, це ж неправильно. Хакерство називається вже таке. Я б, да, заклеїв. Ти б заклеїв? Так. Я взагалі винен, якщо за нею не пользувався. Ну да. То, возможно, би і заклеїв. Ну, поки що таких, як би, не було моментів, чого мені переживати. Нічого не скриваю, просто, ну, мало ли, які намірення у людей, які будуть слідити за мною, поэтому мені как-то даже не по себе було б. Слышали, що зараз люди даже заклеївають свої камери? Камери? Нет, нет, я не слышала, нет. Ну, а если бы за вами все-таки следили, было бы вам чего опасаться? В принципе, нет. То есть, как бы, у меня нет никакого страха, и мне абсолютно, абсолютно все равно, честно. Вот возьмут они, посмотрят на меня, сделают какие-то фотки, и дальше что они будут делать с этим? Ну, я просто не представляю никакого сценария такого, когда можно было меня шантажировать сильно. Ну, а вдруг голым вас заснимут? И? Все люди выглядят одинаково, по-моему. То есть вы не боитесь? Ну да, мне не страшно. А не стали бы заклеивать? Не стал бы. Ну, глупо. И куча телефонов у всех, и не думаю, что за каждым следят. Или даже если бы хотели, это неинтересно, мне кажется. Главное, я думаю, не реагировать. Даже если такие фотографии попадут, если на них не реагировать и не пытаться их никак скрыть, то про них забудут через 2 дня. То у меня на телефоне камеры нет. Камеры? Первый раз слышу, девушка, правда. Отже, ті, хто попав сьогодні у нашу камеру, здебільшого не переймаються через дії аферистів. Але ми радимо все ж не втрачати пильності.